Всем привет! Это надо брать. Почти я хотел было сказать. Бро, что за херня? Ну, потому что мы задержались на 10 минут, и я хотел так нелепо выкрутиться. Конечно же, это КНБ Лайф, главное еженедельное шоу об играх. И мы вышли с небольшой задержкой, ну и Гагарин тоже не сразу в космос полетел. Ну и, конечно, как вы догадались, наша главная сегодняшняя тема это 12 апреля, потому что в 1961 году человечество все-таки вырвалось в космос, и теперь нас не остановить. И чтобы понять, как будет развиваться наша история через 10 тысяч лет и дальше, потому что мы, боюсь, все-таки не увидим больших космических флотилий. Фу-фу-фу, я бы все-таки надеялся. Но видеоигры нам всем в этом офигенно помогли. Мы когда-то хотели стать космонавтами, но потом появились видеоигры и сказали «погоди». И показали нам мир, наполненный звездолетами, пришельцами и всего... И гомосексуализмом! Космическими, да, космическими гомосексуалистами и всем тем прочим, что мы не видим до сих пор. Curiosity придает с Марса самые унылые кадры, которые я когда-либо видел в жизни. Это у меня самое главное разочарование, когда я видел... Что в Южном Буту был когда-нибудь? Безжизненное пространство Марса, я понял, что все-таки да. Скорее всего, наверное, мы не увидим вот в нашей жизни великих космических сражений, но мы увидим их в видеоиграх. Итак, сегодня обсуждаем главные космические хиты прошлых десятилетий и сегодняшних. И главное, обсудим, во что же космическое играть, допустим, в этом году. Ну, конечно же, с праздником вас всех, ура! Безусловно, одна из, наверное, главных и таких наиболее достойных дат в нашей истории. Поехали! Переходим к новостям. Поехали! Первый в истории омский космонавт. Подсказывает мне Игорь шутки про омских космонавтов. Но я не буду их поддерживать. И просто скажу. Вячеслав Мастицкий и его новостной блог. И такой дробь такая. В общем, всем привет. С вами последние игровые новости в этой вселенной. От первого омского космонавта. Да. Ну, собственно, давайте пробежимся по тем новостям, которые всколыхнули игровую общественность последние 3 дня. Потому что все, что было ранее, вы можете посмотреть в Каноблостях, которые будут сегодня. Которые уже вышли. Которые уже, да, отлично. Так вот, и первая новость, это, наверное, многие из вас обрадовались, это анонс, точнее не анонс, а первое геймплейное видео Dark Souls 2. Ну, то есть, впервые люди увидели, как игра выглядит, как она играется. А выглядит и играется она совершенно так же, как и Dark Souls 1. То есть это доходит даже до смешного. Там нет ничего нового, кроме сеттинга. Ну, то есть новые монстры, какие-то новые локации, да? Новых вот, ну, как все... Как говорили, тех же щей да погущего. I know that feel, bro, да. Да, ну вот. И, собственно, все так ждали, а рассказывать, по сути, нечего. Ну, то есть все то же самое. Игра не станет легче. Что-то там подкрутят баланс, да, управление останется такое же, фишка с этими кострами, да, вот эти сохранения, вот эти прочие, останется такое же. Как и Лара Крофт. Да, но, тем не менее, игра выйдет лишь в 2014 году на PC, Xbox 360, PlayStation 3 и, возможно, это пока не подтвердили, на консолях следующего поколения, которые выйдут уже, ну, в конце этого года. Но мне кажется, с этим и связано вот это все повторение, потому что, по сути, давайте возьмем все самое лучшее из предыдущих частей и стартуем с этим на консолях нового поколения. Многие игры не будут поддерживаться на консолях нового поколения. Сейчас про Xbox, я не знаю, у тебя есть эта новость или нет, но про Xbox уже начинает ползти слухи, что, скорее всего, все наши коллекции Xbox 360, собственно, останется где-нибудь на трисолях у бабушки, потому что новый Xbox, название которого, кстати, непонятно, 720, возможно, даже не будет употребляться название. Да, просто Xbox. Вот. Он поддерживать не будет, и поэтому для этого выпускается Dark Souls 2, и ты такой, вот, все то же самое, отличная нарезочка. А интересно, как будет, если вот раньше были вот старые игры HD приставка, а сейчас такой... Не, а, кстати, будет, я думаю, будет... Gears of War 3... Да, вот, нет, я говорю, будет просто бесконечная поляна для интернет-мошенничества. То есть, когда вышел Xbox 360, люди за 600 баксов покупали на eBay лот под названием Xbox 360 Box.
То есть люди честно написали, что это коробка из-под Xbox 360. А-а-а. Люди в запале лонча как бы покупали ее за 600 баксов. Да, и народ да, такой, как бы, вроде, думали, вроде все правильно, да? То есть не наврал и 600 баксов заработал вообще ни на чем. Это очень круто. Да, ну ладно, давайте уже к следующей новости. Она тоже про японских разработчиков. Все как мы любим. Да, да, особенно ты, Виктор. В общем, компания Capcom совершенно неожиданно раскрыла свой секретный проект Maverick Hunter. Вот, наверное, большинству из вас это ни о чем не говорит. Обалдеть. Но на самом деле это... Ну, Игорь, ты видел? Да, 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 да. На самом деле Capcom в 2010 году делала шутер от первого лица, мрачный, киберпанковский, про Мегамена. Вот это вообще. Ну, то есть, если вы видели ролики, возможно, сейчас вам даже показывают один. Это выглядит вообще, это выглядит как Метроид плюс Трон плюс, не знаю, какой-то Gears of War, знаешь, вот. И Resident Evil еще. Да, Resident, ну, то есть, смесь вообще. Слава мучительно пытался вспомнить, какие еще игры он знает. Нет, главное, что она не похожа на Мегамена, в первую очередь. То есть, мы, видишь, мы перечислили какие-то игры, которые стоят от Мегамена где-то в 10 световых парсеках, если уж не про космос. Давай честно скажем, все игры, которые выходили за последние лет 25, не похожи на Мегамена, потому что он до сих пор умудряется выходить в этой... до сих пор 10-я часть. В 8-битной графике адской сложности. Адской сложности. Абсолютно не приспособленной для людей, да, то есть, ну... И тем не менее, серия жива. Умерли многие проекты, а вот Мегамен живет. Сколько там ему исполнилось там? Ему 25. 20 лет ему, да. Но понимаешь, до тех пор, пока есть японцы, которые умудряются там вбивать 10-ударный комбо одной рукой и листать мангу другой, то у Мегамена все будет хорошо. Ну, да. Ну и вот, и если вдруг кому-то еще интересно, шанс на успех у Maverick Hunter был, потому что ей занималась студия Armature Studio. А Maverick Hunter это в итоге что? Я вот уже это сам шутер запомнил от первого лица во вселенной Мегамена. Такой мрачный. Я не понял, подожди, его отменили? Его или подтвердили? Мы столько говорили об этом, да, забыли о начале новости. Ну что же так, слушайте, это уже раскрыты данные об отмененном проекте, который делали в 2010 году. Ну и хер. Нет, делали авторы Metroid Prime, которые супер-мега успешно перезапустили. Не, ну что теперь? Metroid, ну Retro Studios. Ну что, все уже. Ну ладно, тогда перейдем к следующей. Да, не важно. Мы в конце все-таки дойдем до хороших новостей, а вот пока анонсирован Ridge Racer Driftopia. И это тоже продолжение японской серии, только free-to-play. У нас, я думаю, это самая рубрика «Японские новости» с Вячеславом Мастицким. Я не знаю, услышал, что нет, я услышал сейчас адовое сочетание. Японский free-to-play. Да. Ну, то есть, делают его финны, но под присмотром японцев. Финско-японский free-to-play. Что я сейчас? Еще про, и про машинки, про гоночки. издает Mail.ru, что ли? Давай, добей меня уже. Не, нам кабанай. Издает Акел еще лучше. Фритоплейную игру на дисках. Вот, Виктор, точно. На флешках. Ты говорил, гоночки, вот это они, наверное. Йоба гоночки, ты хотел сказать? А что ты скрываешь? Йоба гоночки. Это казахское имя. Да. Кстати, раз уж мы про космонавтов. А помните, как зовут первого казахского космонавта? Первого монгольского. Это гораздо круче. Джубамирдин Гуракча. Да, да. Я вот не выговорю, кстати. Персонаж фольклорный почти. Так что йоба гоночки вполне приличное слово. И оно очень четко охарактеризовывает вот такие проекты. Ну окей, но вот если все-таки есть фанаты Ridge Racer, как говорил этот Касхирай, то игра Ridge Racer Driftopia, она выйдет только для PC и PS3, никакого Xbox и прочего, когда-то в 2013 году. Ну, то есть, совсем все, максимально размытый анонс, такой незаметный. Но, тем не менее, интересный факт. Нет, это факт очень интересный. Еще он интересен тем, что раз анонс провели так незаметно и не стали его анонсировать на PS4, то они ее сливают. Возможно, ну, да, как бы, окей, правда. Ну, теперь, наконец-то, более-менее позитивные новости. На этой неделе произошло много утечек по поводу стартовой линейки следующего Xbox. О том, какой он будет, сколько он стоит и что за подписка, вы можете узнать в Канобластях. А сейчас мы расскажем про стартовую линейку. Так вот, в сервисе LinkedIn, это такая сеть для рабочих... Одноклассники коммуникаций для профессионалов, короче. Да, да. У двоих сразу ключевых сотрудников Ubisoft появилась строчка, значит, в резюме Assassin's Creed 4 для PS4 и Xbox 720, причем именно Xbox 720. И, так, Assassin's Creed 4 и Watch Dogs, да, то есть Watch Dogs тоже выйдет на Xbox 720, если можно так называть. Mm-hmm. Вот.
в то же самое время. Да. Ну да, ну это, по-моему, очень очевидно. Поэтому они даже, но... видишь, не стесняясь, вбили такие, а что, не знали после ну, того, да, как да. им вот так вот там директор, вы что, с ума сошли? Sony там все телефонные линии оборвало. Потому что такое, конечно, по головке не погладит. Ну да, официально, но, а, но все эти сливы, 90% этих сливов из-за того, что вот эти вот по, соискателям новой работы покруче, как бы вот руки чешутся вот это вписать. Mm. Ну, правда, вот большинство таких вот сливов, особенно перед запуском чего-нибудь, там какой-нибудь Сун Чэнь Вынь там написал у себя в LinkedIn, что рисует ролики там для новых гирь. Все такие, о, понятно. Ну да. Ну вот, но это более-менее очевидно, а вот что не очевидно, это портал The Verge со ссылкой на собственные источники сказал, что в стартовую линейку нового Xbox также войдет новая Forza Horizon, которую будут делать Turn 10 Studios, то есть авторы Forza Motorsport, а не Forza... Ой, Forza Horizon, а не авторы Forza Motorsport. Ну, это разные как сейчас, бы студии. Сейчас, стоп, секунду. Turn 10 — это отцы основателя серии Forza вообще. Playground Games, извини. Playground Games будут делать или Turn 10? Turn 10. То есть отцы-основатели серии Forza Motorsport будут делать новую Horizon, которую делали вот эти вот Games, которые... Ну, но после... Кому это интересно вообще? Слушай, Forza Horizon — отличная игра вообще. Это не японские сейчас игры. Да, это офигенная игра. Ну ладно, Forza, бла-бла-бла, Forza, а еще... Короче, делать будут проверенные люди. Да, а вот, кстати, к проверенным людям еще один проект стартовой линейки — это Ruz, если вы помните, на E3. Ruz! Да, на E3 2011 Crytek анонсировали римский слэшер для Кинекта. Так вот, он жив и будет, я думаю, игрой для Кинекта. А, так это вот этот Ruz, да, блин, да, я его перепутал с этой со стратегией. Не-не-не, поэтому ее нельзя произносить как Ruz, потому что там Rise. Же вот, Rise, там вот эта буква Y, которая все портит. Это не Ruz, которая действительно стратегия. Ну, такая. Ну, единственное, чем она отличительна, это стратегия для консолей. Поэтому вообще забыли про нее. Ну, а да. Вот эта вот игра, которую ты сказал, вот с этим свай посередине. Игра свай. А, ну это же просто Crytek, они же не могут. Да, не могут. Без вай, да, куда-нибудь вставить? Да, да, да. Ну турки фиг. Ну вот, ну то есть... Такие, и это еще раз... Это еще раз подтверждает, что... Риз, Ruz, Riz. Прости. Это еще раз подтверждает, что у нового Xbox будет сенсор Kinect. Очень продвинутый, который, возможно, будет отслеживать движение глаз. И вот для него как раз и выйдет Rise. Все довольны? Движение глаз. Да, серьезно. В экран смотри. Да. Вот это. Не, серьезно, если ты отворачиваешься от экрана, то как бы... Ты что, отвлекаешься, что ли? Да, прикинь, отвернулся от экрана, бац, you have been kicked. Там из онлайна, бам, все. Да, ну это как бы... Ну ладно, покончили с Xbox, теперь перейдем... А мы не хотим рассказать про то, как изгнали этого майкрософтского хрена? Ну хватит уже грустных новостей. Да ладно, это веселая новость. Ну хочешь? Короче, жил-был в Майкрософте креативный директор, который очень любил писать в Твиттер. Он написал, что... Вкратце, рассказки и байки от Игоря Белкина. Да, вкратце. Он написал вкратце следующее, вот то что: дорогие дети, если у вас плохой интернет дома, то вы вообще дно. Вот, я считаю, что все устройства должны быть все время подключены к интернету, а если нет у вас интернета, надо что-то решать. Да, если у вас его нет, то как бы у вас большие проблемы. И хэштег смирись. Да, и в общем там очень как бы себя вел как вообще последняя козлина. Ему там пытались объяснить, что как бы электрификация планеты еще не закончена. Про интернет, мягко говоря, еще рановато говорить, но он все равно... Примечательно, что ему писали про Штаты, что не... Про Штаты, да, то есть Это в США, домовладении, да, есть интернет, а в Штатах, да, можно то есть, стабильный интернет получить. До креативного директора Microsoft пытались донести нетривиальную мысль, что интернет, в отличие от электричества, еще не признан во всем мире необходимой услугой бытовой. Вот, но в ЖКХ не позвонишь ЖКХ, словами, да. Когда там нет горячей воды, нет электричества. Это уже проблема, интернета. Что называется, жалуйся Путину. А нет интернета там... Ну, причем, что в России, что в Америке... Твиттер не напишешь, да? Что в России, что в Америке, интернет, но он довольно-таки опционален, да, в домах. Вот. И, в общем, после того, как там состоялся такой замеченный всеми игровыми сайтами, кажется, по вселенной твиттер-срач, вот, товарища этого самого из Майкрософта попросили. Вот. Майор Нельсон сказал, как всегда... Мы клиентоориентированная компания, это не очень хорошо, когда наших пользователей поливают какашками прямо за их счет. Поэтому, вот, в общем, ура.
Такой. Это, правда, не говорит о том, что Xbox новый будет теперь... Да, не совсем понятно, ни что о чем они... не говорит. Нет, что они имеют в виду под постоянным интернет-подключением. Но это не значит, что они нельзя будут играть. Я думаю, что не пойдут они такое. Любые гипотезы, что мы сейчас сделаем, это вилами по воде и узоры на говне, в общем. Но, в общем, у чувака уволили, ахаха. Да, так. Муа-муа-муа. Ну вот, и давайте уже закончим с блоком новостей. Более-менее приятной новостью про Rayman Legends, нами с тобой любимый, да? Бро, а ты... Так вот, поиграй. Так вот, Rayman Legends, как вы знаете, был перенесен аж на осень этого года и лишился статуса эксклюзива для Wii U. Но, тем не менее, авторы, и в том числе лично Мишель Ансель, креативный директор серии Rayman, решил компенсировать эту не очень приятную новость и добавил в игру, внимание, 30 новых уровней и несколько боссов. А если учитывая, что в Rayman Legends очень крутые вот эти музыкальные уровни, да, знаешь, когда бегаешь, и наверняка часть из 30 это именно такие уровни. Музыкальные ты имеешь в виду, которые заставляют тебя разбивать геймпад о пол, когда ты пытаешься добежать до конца? Ну, слушай, на Wii U я в демку играл, там все очень хорошо. Ну, конечно. Ты бежишь, там музыка складывается из твоих действий. Вот, то это на самом деле хорошая новость. Тем более, что выйдет теперь Rayman Legends на всех домашних консолях. Мне не надо покупать Wii U. Ну вот, собственно. Поводов вообще купить Wii U все меньше и меньше, на самом деле. Ну, после E3, появится... Отмена Aliens Colonial Marines, который, как известно, дно. Но. Они показывали, или даже рассказывали, скорее рассказывали, что именно версия для Wii U раскроет истинный потенциал сейчас, игры. Сейчас, секундочку, у меня лапша. Взаимодействие с вот этим вот планшетом. И поэтому было интересно. А вдруг вырулит проект, и он поэтому оказался дном на всех остальных планшетах. Платформу, потому что все самое лучшее версии, да? Они решили оставить для Wii U, и в итоге его отменяют. И это, конечно... То есть по-прежнему у нас есть только Zombie U, который нам раскрывает потенциал. Марио 29,5. Да, Марио можно играть и без него, но на самом деле, правда. Вот, поэтому пока все еще Wii U является опциональным. Ну да, ждем E3. Ждем E3. Так, ну все тогда. Многие тайтры. Да. С новостями закончили, и давайте отправляться уже в космос. В космос. Да, именно туда. Главная тема. А начнем мы с древнейшей истории, то есть с тех игр, которые впервые обратились к теме космоса и сделали ее популярной, возможной и такой доступной. А вы можете также писать нам в комментарии, мы будем это читать, то есть какие-то там ваши древние игры, которые вам запомнились. И главное, в те игры, которые вы можете играть сейчас, то есть это важно. Игры, которые прошли проверку временем или, по крайней мере, те механики, которые можно, например, перенести спокойно сюда. Многие космические игры, кстати, именно космические, отлично пойдут на планшетах, и мы об этом поговорим. Но начнем мы с им, как я уже сказал, с древней истории. И Вячеслав Мастицкий представит нам маленький доклад. Пиу! Ну да, ну вот, на самом деле, вот, если вы вдруг не знали, то первые самые видеоигры, да, вот если их можно самая назвать... Самая первая видеоигра вообще. Да, самая первая даже видеоигра, она была посвящена космосу. В этом, на самом деле, ну, несколько причин. Во-первых, как вот космическая символично гонка, вообще, да, ну да, отправились в космос. И буквально через год после вот этого знаменательного события, которым, собственно, который стал поводом для нашей передачи, вышла игра Space War. Она создана была... В 62-м году. Три студента Массачусетского технического университета создали игру Space War. Она была даже не видеоигра в традиционном понимании. Там был векторный экран, компьютер отдельный. И, собственно, все, что там происходило, это кораблик вот так вот двигался, короче, по космическому пространству. У тебя же есть видео, да? Да, у меня есть видео. Да, все, вы можете видеть сейчас на экране, ну, как это происходило. И, собственно, вот с этих кадров уникальных и началась история видеоигр. Обратите внимание, только векторы, никакого VGA, никаких полигонов, ничего этого нету. Ну, кстати, символично вдвойне, потому что люди, которые делали первые игры, они, по большому счету, и работали в оборонной промышленности, и, в частности, на космос. То есть эта тема действительно им была близка, и фактически, возможно, они отрабатывали там какой-нибудь космический симулятор или там симуляция поведения космического корабля в космосе. Кстати, ну, кроме шуток. Нет, они ничего не
отрабатывали, это просто была для них такая развлекаловочка, но на самом деле большинство людей, которые, ну, собственно, были отцами американской игровой индустрии, они, ну, многие из них, по крайней мере, у них у всех был, конечно же, технологический бэкграунд, вот, ну, да. И большинство из них, естественно, работали на высокотехнологичные американские военные конторы, собственно, где они этот опыт работы со всякими передовыми технологиями и получили. А другого способа, ну, получить просто не было тогда? Ну, в общем, грубо говоря, да, потому что там IT-сфера, мягко говоря, была... Удел избранных, конечно. Ну, смотри, да, вот тогда делали, в общем, такие, знаешь, люди с большим доступом, а вот первая игра уже, когда можно было опустить монетку, да, вот запустить, ну, как бы стоят в баре вот эти игровые автоматы. Ну, то есть это была потоке, игра Galaxy Game 1971 года, то есть прошло уже, ну, 10 лет, да? Да, ну, практически 9. Вот. И, по сути, это была улучшенная версия Space War того 62 года. Практически то же самое, только теперь доступно широкому потребителю. У нас тоже есть картинка, да? Да. Galaxy Game, он тоже есть. Galaxy Game, да. Попрошу поставить, чтобы пользователи вот, тоже в то же увидели, самое время, как это было. В то же самое время. В тот же самый 71 год это такой... Хиппи уже начинает помирать, да. Ну, нифига себе, помирать. Рок-группа там выпускает самые лучшие свои альбомы. Хиппи все переехали в Atari и дули там. Так вот, кстати, про Atari. Компания Nothing Associates выпускает игру Computer Space. И это первая коммерческая игра, созданная, собственно, профильной компанией. То есть раньше это были студенты, какие-то инженеры, сотрудники университетов оборонных, как мы сказали, да, компании и прочее. А это была первая коммерческая игра, созданная коммерческой организацией. Называется она, напомню еще раз, Computer Space. И эти же самые люди через год сделали Pong, который, собственно, ну, можно считать, знаешь, первой отправной точкой для именно видеоигр. Видеоигр, ну, для домашних. То есть, начало уже коммерческой истории, когда многие люди поняли, что это не просто хобби, увлечение, а да, это может быть целый отрасль. Нолан Бушнелл, сотоварищи, в общем, конечно же, с этого отлично поимели. Вот, да. Кстати, я это надеюсь... Еще не все, но... Да, я понимаю. Индустрия началась с True Indie, ну как это, собственно, везде и бывает. Ну да. Вот, я просто хотел сказать, что, возможно, я сейчас прерву твой рассказ, но почему... впоследствии очень много игр стало про космос. Ты про это же скажешь, я думаю, вот, ну, я возьму и тебя обломаю. По куче технических, спасибо, по куче технических причин, потому что в 70-х и 80-х вычислительные мощности были совершенно, конечно же, не те. Вот, гораздо проще было сделать игру про космос. Почему? Черный фон, белые точки и белый корабль. И треугольничек – это корабль. Включай фантазию, общайся с божественностью. Белые пикселы – это звезды. И пиксели. Вот. Текстуры. Где текстуры? Вот. Да, тут мне напомнили. Надо брать, опять же. Вот. То есть это, такая стилистика была продиктована естественными техническими ограничениями, которые тогда накладывались на игры. Поэтому, собственно, самый большой пласт, кажется, всего, что выходило игрушечного, ну, вот про космос, так, это 70-е и 80-е годы. То есть это период там первых игровых автоматов и Atari 2600, например. То есть вот там просто вот, я, ну, не, кстати, знаю. Кстати, забавно, что именно 70-е и 80-е – это расцвет еще и кинофантастики. Да, science fiction, ну, то да, есть, Star Wars, вот это шли, все. Шли, да, рука об руку и, в общем-то, дополняли друг друга. Ну вот, я как бы закончу этот экскурс. Да, вот вы сейчас слушали про игры, которые вы, наверное, даже не видели, но... В 79-м году компания Taito совместно с Midway, той самой Mortal Kombat, Taito, да, выпускает игру Space Invaders, которую мы все знаем и любим. И да, изначально она была, состояла из трех цветов. Черный, зеленый и желтый. Вот. И после Space Invaders ее, ну, придумали, естественно, японские, да, геймдизайнеры, игровой автомат был, монетки и прочее. И после Space Invaders спустя год, в 79-м уже, выходит игра Lunar Lander. Да, помнишь такой? Да, это блестяще. Это где ее, надо ее посадить... Ее переиздали пару лет назад, кстати. Да-да-да. И то есть, если вы не играли, же, попробуйте. У нас же есть видео, да, Lunar Lander сейчас, да, на экране. Да-да-да. Оно есть. То игра 79-го года перевыпускалась. Задача максимально простая. Вам надо посадить на поверхность планеты лунный шаттл. Не раздолбав. Да. И вот это самое сложное. И самое интересное, что физика там была настолько... продуманное, и вот эти, знаешь, дрифтования по полю без гравитации, да, вот это по меркам 79-го года это просто революция была, то есть там отслеживалось огромное количество
вещей, которые давно там принято было списывать. Там даты, траектории, да, там, по осям. Траектории, количество топлива, там, бог знает что еще. То есть, ну, сейчас на экране у пользователя. Вот, для игры, которой ты управляешь там одной кнопкой и джойстиком, как бы, это, ну, вообще было как-то очень... Ну да. Ну вот, а наконец-то цветные игры появились в 81 году, когда Namco выпустила Галагу, всем известную, ну, тоже вариация такая. Это же Space Invaders, да. Ну да, ну, собственно, вариация цветная. С Галагой, я так понимаю, наши пользователи, в частности, я, знакомые по Galaxian уже, да, который входил почти в каждый сборник на Dendy. Ну да, это, собственно, тоже была вариация, Пиу. Да-да. Ну и вот, и, наверное, уже вступая в современную эру, в 84 году выходит игра Elite, которая выглядит тоже очень эскетично, но вот в ней уже был и мир, и вселенная, и геймплей, а вот сейчас и концепция. Я кое-что хочу показать. Мне сейчас на экране симулятор полета на шаттле 83 года выпуска от компании Activision. Я надеюсь, хоть что-нибудь видно на заляпанном iPad'е. Вот. Но, как вы еще видите, это все сейчас еще переиздано здесь. Угу. Играть в это можешь, правда, с трудом на iPad'е-то. Вот. Но, да и в принципе с трудом. Не, вообще. Ну, знаешь, с нормальными аналоговыми контроллерами еще можно. Угу. Это больно, это мучительно, но можно. Но вот и как раз мы подошли именно к Elite, потому что если до этого это были эксперименты вообще в принципе с игровой, да, какой-то с игровыми вселенными, с играми и попытки людей, в принципе, создавать игры, то именно Elite — это уже рождение жанра. То есть именно благодаря Elite мы получили огромное количество игр, которые нам рассказывают именно о путешествии в космосе. То есть не приключения квадратика и треугольничка. И лазеров. Во тьме. Во тьме, да. Во тьме, нет. А именно созданный мир, торговля, разные классы кораблей. Да, улучшение корабля, апгрейды. И вот фактически вот с Elite мы давайте уже начнем говорить о конкретно космических играх и старых играх, но которые актуальны сегодня. Вот сейчас ты показал на планшете симулятор космического шаттла. Я вспомню другую игру, которая тоже ведет свою родословную, конечно. Так, подожди, Elite. А Elite никто не играл здесь, нет? Не, ну все ее видели, то есть это как, я не знаю. Это игра, которая должна входить в учебники. Я причем, честно говоря, вот уже с трудом помню. То есть я точно помню, что она была, точно помню, что я играл, но о чем она? Про космос я уже понял. Тот самый космический симулятор, она... Нет, главное ее отличить легко от любой старой игры, это потому что там векторная графика. Да. То есть эти векторные 3D. Корабли. Да. И, ну, это, конечно, тогда казалось верхом вообще всего. Вот, а еще хочу вспомнить еще одну игру. У нас тоже есть видео, сейчас NDC его поставит. Это игра Star Control. Игра, которая... также продолжала те самые идеи, которые заложила Elite, то есть это путешествие в космос, то есть твое большое космическое приключение. Да. И Star Control, обратите внимание, чем он хорош, Слава, будь здоров. Спасибо. А еще, кстати, когда кто-то чихает, значит, я говорю правду. Да. Да? Или я. Ну, неважно, говорящий говорит правду. И возвращаясь к Star Control. У тебя был корабль, у тебя была команда, ты посещал разные планеты, общался, получал квесты. Фактически, вот все эти страсти по сериалу «Светлячок», который открыли-закрыли, собственно, вот этот Star Control еще тогда породил. Да? И все эти игры, которые выходили позже, они действительно, по сути, своей напоминали сериал, который создаешь ты. И в этом была главная прелесть его. То есть это не космическая стратегия, где нужно там больше минералов, вот, а именно твое большое космическое приключение. И ты не знал, чем оно закончится, на какую планету прилетишь, что там тебя ждет, какой режим, какая раса и прочее. Это очень здорово. И, кстати, именно в Star Control появилась вот эта опция, которую потом применили в Mass Effect. Это когда ты подлетаешь к планете, ты получаешь всю информацию. И главное, список тех ценных минералов. И ты знаешь, что происходит после? Ты высаживаешь вездеходик на поверхность. Серьезно? И едешь этим... это выглядит вот так? Плоская такая поверхность, и сверху вездеходик, и такие точки минералов. Ты их собираешь и получаешь, соответственно, ресурсы.
Очень-очень знакомо, господа Избаевы. Стыдно, слушай, стыдно. Да, да ничего стыдного, слушай, наоборот, хорошая, хорошая идея. Стар-контрол можно поиграть вот сейчас где-нибудь вообще? Как? Ну, нет? Я не знаю, если он там, если он на Гоге, но там эмуляторы, да, и прочее. Ну, то есть это Нортон Командер или Волков Командер. Митяй, нам бы по-хорошему сегодня ближе к концу передачи надо составить какой-нибудь список того, во что необходимо поиграть прям по эпохам. Список, и как, нет, самое главное. Список есть у нас сейчас в описании передачи. Там слишком много, я бы выбрал по одной из эпохи, потому что там, ну, там тайтлов 20. Хорошо, то есть ты предлагаешь по результату сделать какой-то... Мне кажется, да, каждая эпоха, грубо говоря, каждому поколению надо выбрать свою такую главную флагманскую игру, потому что в этом поколении, понятное дело, это будет Mass Effect. Хорошо, а давай, нет, мы сейчас вовлечем зрителей. Да. Смотри, мы уже вовлечем выбрали зрителей в процесс. Напишите, какая космическая игра 70-е, 80-е, любая космическая. Даже если вы играли Faster Than Light вчера. Неважно, это космический рейнджер. Любая космическая игра, которая действительно произвела на вас впечатление, и вы действительно ощутили вот это ощущение путешествия к другим мирам, к дальним звездам. Вот это после вот, чего вас накрыло, хочет. Да. Где вас накрыло? На как мы в детстве читали фантастические книги, да, укрывшись пледом в кресле. Вот именно такое ощущение, что вы вот сейчас, вот вы капитан звездного корабля. Да, ну и писать надо в комментарии к, собственно, посту трансляции и в Твиттер по хэштегу КНБ Лайф. Комментарии к посту трансляции на сайте. На YouTube мы комментарии по традиции не читаем. Потому что у вас там не комментарии, а веселый чатик. Чатику привет. Да, привет, чатик. И где-нибудь за 10-15 минут до конца трансляции мы обратимся к этим комментариям. Если какие-то игры у нас на 10 минут задержка, не переживайте. Вот. И если какие-то игры мы не перечислим сейчас, мы как раз их заметим. Еще одна игра обязательная, которая тоже породила цены, целый жанр, это жанр космических стратегий. Это игра Masters of Orion. Да. Их было несколько. Я застал 3 части. Возможно, были какие-то вариации. Но вот Masters of Orion 2... когда ты обязательно выбираешь землян, потому что остальные, ну, просто страшные космические такие уроды. И у тебя желание их уничтожить, оно прямо вот такое естественное. Такое. И при общении там же была дипломатия. И когда к тебе прилетал на уродливом корабле уродливый обитатель... Уродливый урод космический. У тебя была такая брезгливость, и ты такой объявлял ему войну просто так. И убивал посла. Убивал посла, да. Убивал их торговые корабли и прочее. То есть она действительно тоже безграничная. И все те игры, которые сейчас вот про торговлю в космосе, про строительство империи, они, собственно, как раз во многом были заложены Masters of Orion. Я не знаю, то есть вот я бы с удовольствием увидел бы ее сейчас на планшете. Пошаговые бои. Большие корабли были на полэкрана, ты прям боевая карта разбита на квадратики. То есть, когда сталкивается там точка твоего там конвоя или флота с другой точкой, да, раскрывается вот эта карта, где идут пошаговые бои. Которые там достаточно легко там просчитать, спрогнозировать, тоже очень круто. Естественно, апгрейдишь каждый корабль. Каждый корабль можно было назвать. Называешь планеты, свои звездные системы, общаешься, как я сказал, дипломатия, ресурсы и прочее. Очень здорово, и действительно эти игры расширяли твое сознание, расширяли горизонты, и ты ощущал себя действительно императором человечества, ведущим бесконечный бой. При этом про игры, про космос, ты почему-то говоришь вот просто в абсолютно наркоманской терминологии. Ну, я не знаю, они мне очень нравились. Хорошо, Игорь, твоя игра прямо из 90-х про космос, которая для тебя была «Детка, ты просто космос». А вот знаешь, самое пугающее, вот из 90-х я не помню ни одной игры про космос, которая меня так бы зацепила. То есть я каким-то образом умудрился пропустить все то, что выходило. То есть я всяких там Jedi Knight считать не буду, потому что это шутер от первого лица про «Звездные войны», ну какой там в жопу космос, да? Вот. Но мы имеем в виду, конечно же, всякие там леталки, условно говоря. Ну, где хотя бы пока есть путешествия на другие планеты, есть космос. Ну, перебил. Про путешествия на другие планеты и т.д., ну, я не знаю, это будет сейчас с очень большой натяжкой и не туда, как бы. В этом плане, разве что только Unreal по атмосфере очень подходит, но это одна из моих самых любимых игр ever. Вот, и мне так, можно... Ваша любимая стратегия Unreal, ваша любимая гоночная игра Unreal. Понятно. Да, то есть, вот в 90-х вот мне вот ни одной игры про космос не запомнилось. Все, вообще. Я тебя понял, Вячеслав. Вот именно из 90-х. Даже Space Quest, да, тоже тебя не зацепил.
The Dig, нет? От почившей в Бозе LucasArts. Кстати, всем... Beneath the Steel Sky, the... не? Ну, хотя... Beneath — это киберпанк, да. А вот The Dig игра, собственно, про... это квест. Казалось бы, LucasArts. Да, как она соприкасается с темой космоса, стратегии, полетов и прочее. Но, тем не менее, в этом квесте тема раскрывается наиболее обширным образом. И там, главное, есть мини-игра, вот этот вот Lunar Lander, или как вы ее назвали. То есть, прежде чем сесть, мы на, ее это, назвали. Прежде чем сесть на этот астероид, ты действительно должен посадить этот кораблик с помощью вот, вот этих пытаешься приземлиться, чтобы, не дай бог, он не, не приземлился с не с той скоростью и разбился. Короче, ты спрашивал именно про 90-е, да? Да, я спрашивал. Не 2000-е? Нет. Окей, вот если 90-е, то я как сейчас помню, купил номер GameXZ в конце 90-х, помню, 99-й, февраль или прочее. Там на обложке была Альфа Центавра, а на диске была демоверсия этой самой игры. И, значит, я запускаю, ну, сколько мне было, в 99-м году? Два года. 10 лет. Да. 11 лет. Хорошо выглядишь. Спасибо. Вот. И он ее запускает. Этот неловкий момент, да. Вот, и я, естественно, ничего не понял, но я каждый, ну, там, каждый день, да, условно, на протяжении нескольких месяцев, упертый был довольно ребенок, запускал, наблюдал за этими миленькими-миленькими такими корабликами, да, вот эти вот графики, портреты вот эти. Ну, это реально космический был. Кстати, да, это же... Это цивилизация про космос. Это стратегия с экономическим уклоном, комплексная. И выиграл. Если бы. Вот, и, ну, на самом деле, в силу своего возраста, да, я тогда не мог оценить вот этих всех супер-мега-хардкорных космических симуляторов. Ну, 2000-й я развернулся уже, ого-го. Вот, и, ну... И ого-го, в общем. И ого-го. И а-за-за, да. Ну, смотри, здесь еще хотелось бы поговорить о... Подожди, Витя, а что ты тут в прокурора играешь, а ты... Нет, ну подожди, я по-моему, только и говорю. Я уже сказал про Star Control, про Master of Orion. Нет, смотри, у меня еще отмечена одна игра, ну, тоже скорее в 2000-х, но она из 90-х. Это Wing Commander. Wing Commander, который выходил еще даже на Super Nintendo. На шести дисках он выходил из-за этих роликов. Из-за этих роликов. А можно поставить Wing Commander Prophecy. Сейчас есть ролик. Wing Commander Prophecy, это, конечно, немножко лукавим, потому что она-то из 2000-х. Вот. Или конец 2000-х, кстати, вот я не помню. Может быть, и 99-й какой-нибудь. Нет, начало, это 90-е еще. 90-е, тогда все правильно. 90-е. Эта игра поразила меня тем, что это был готовый космический сериал. Вот всякие ваши... С такими дерьмовыми видеовставками! Нет, с тобой не согласен. Нет, вот иди к черту. Вавилон 5. Для меня это лучше, чем все эти ваши Battlestar Galactica, уж точно. Я не смог смотреть Battlestar. Слушай, ты мне так говоришь, как будто я люблю... Да я срал это все. А Wing Commander, где, кстати, играл Марк Хэмилл, командора. И вот эта война с Килрати, вот этими тигроподобными... На нас напали. Да. О нет, бегу к драными, шлюзу. Да. Драными кошками. Всегда меня смешила эта раса. В общем, Игорь не в теме. Wing Commander, любая его серия, особенно почему-то Prophecy, где как раз именно были вот эта куча этих видеороликов, я не знаю, я влюбился в нее тогда и проходил ее. Витя, вот даже если я не мог пройти какую-то миссию, Витя, я такой, нет, я должен пройти. Что же будет дальше? Витя, а там любовный треугольник, как это всегда ты бывает. Ты был молод и полон сил. Ты очень радовался, что в игрушечке там, у тебя видео. Там был поэтому вот нет, это вот дно нет, ты принимал за хорошие видеоролики. Нет, там был моральный выбор. В одной из миссий, когда мы вылетели с напарником моего отца, а вот отец по истории вот этой игры, моего героя, он сражался с этими Килрати и был таким героем. Так получилось, что на вот эту федерацию, напала третья раса жукообразных уродов, как это бывает из космоса. И нам на помощь прилетели как раз-то истребители Килрати. И вот этот напарник моего отца такой: «Кошки, стреляй в них, стреляй!» Допустим, Джон, я уже не помню, как звали. И у меня был выбор стрелять в этих кошек и поддержать, значит, этого старого ветерана-ксенофоба в память об отце. Или сказать ему: «Ты что? Они же наши союзники. Война закончена! Война закончена, дебил!» Вот, и я выбрал «Война закончена», и мы прилетели на базу, и там был ролик, как он такой злой на меня: «Ты предал всю память о своем отце!» И я сижу такой: «Вау!»
А мог и расстрелять драных кошек. Нет, а вы вот говорите, знаете, в Викторе погиб просто величайший режиссер порнофильмов, потому что с таким восторгом про такую говнодраматургию рассказывать может только он. Нет, короче, все. Ты спросил, какая игра меня зацепила? Нет, я уважаю твой выбор. Как игра она могла быть прекрасная, но про ролики я с тобой немного не согласен. А я еще вспомнил, были и без роликов команды. Ну да, я докопался до роликов. Я вспомнил еще одну игру с 90-х, которая была похожа на Wing Commander. Это Descent. Да. Вот это совершенно жуткая дичь. От которой мы все привыкли тогда играть в шутеры, в которые надо было очень вот так вот быстро смотреть, как бы бешеный темп. И даже после такого у меня в Descent просто отказывал вестибулярный аппарат, меня начинало мутить. Потому что ты тупо не понимал, что ты делаешь и куда ты летишь. Да, там куча кнопок, которые реагируют, положение твоего пространства. Там нужно было быть вручную буквально. Каждую. Я не знаю, вы знаете, индийская мифология, там есть там всякие божества, у которых там 8 рук. Вот чтобы эффективно играть в Descent со всеми уровнями свободы, поворотов там и так далее, 5-10, надо было, чтобы у тебя было руки 3 как минимум, причем левых, чтобы бегать там по клавиатуре, вот, а правая на мышке. Это было ужасно. Не помню. Не любил первые 3D-шутеры, они были страшные. Вот он был как раз такой весь из себя 3D-3D, но там это 3D было просто возведено в стадию абсолюта. Это было 3D ради 3D, а давайте, чтобы налево надо было нажать не одну кнопку, а три. Это будет 3D. Так круто, это ведь реализм. Ведь в реальной жизни, когда ты хочешь повернуть налево, так у тебя 357 мышц такой активизируются. И такие все. А неважно, пускай 4. Вот. И вообще получалось такая хрень. К черту. Descent никогда не вернется, но я надеюсь. Аминь. Слава богу. Вот сейчас, мне кажется, в него играть... Кстати, прикинь, сделают релонч. На Вите. На Вите? Нет, на Вите. Или на планшетах. На планшетах невозможно. Нет, еще одна игра, чего возвращения жду не только я, это, конечно же, TIE Fighter. Это единственная игра. Вот, слушай, а вот для меня из Звездных войн. TIE Fighter? Не знаю. Я начинал про Звездные войны говорить. Действительно, множество игр про джедаев. Вот, они были, конечно, там джедаи путешествуют по кораблю, по планете, ну то есть тема космоса развита слабо, да. А вот именно TIE Fighter и продолжение X-Wing versus TIE Fighter, да. Да, то есть, ну понятно из названия, что TIE Fighter — ты пилот, который сражается за империю на TIE Fighter, собственно, а X-Wing — ты как раз-то сепаратист. Вот именно TIE Fighter, потому что ты попадал в закулисье Звездных войн, потому что так не разбирали Звездные войны в фильме никогда, потому что все фильмы были задранных джедаев и ребелов. Вот, а здесь ты шел по карьерной лестнице, у тебя были друзья. И ты, кстати, после этого теперь на фильм смотрел уже с другой стороны. Эй, чертовы повстанцы, вы убиваете Белоленты! Людей! Я с ними воевал, они нормальные парни! Да, у них семья, там любовь, чувства. Фотографии любимой девушки. В шлеме, да, в белом. Нет, подожди, это же пилот кораблей, это не штурмовики. Вот, это они тоже должны быть в шлемах. Элиточка, да. Фотография любимой девушки прибита у него на приборной доске. Такой вуки такой. И тут Люк пролетает мимо. А-за-за. Фу ты просто. А там похороны. Да. Витяй, когда через 10 лет выпустят игру про риперов, там где тебе... А тут приходит сраный Шепард и такой: зелененькую нажал! Ты смотри, гадина какая! Какая зелененькая! Вот, и будешь понимать, что у риперов тоже там были дети. Вот вы, наверное, ты вот сейчас, наверное, скажешь такой: вот после TIE Fighter умер, да, не было игр. Фиг там. На GameCube было две супер замечательные игры, которые стоили покупки вообще консоли. Он назывался Squadron Leader и Rogue Squadron. Rogue Squadron. Это были просто невероятно красивые для того времени, 2001 год. И вторая часть 2002. Но она на ПК вышла еще тоже. Нет. Rogue Squadron выходил на ПК. Не заставляй мне лезть в Википедию. Было два эксклюзива для GameCube. Rogue Squadron выходил на ПК. Значит, Rogue Leader. Вы можете поспорить, короче, сейчас, и чтобы не лезть. Великий интернет, помоги мне. Мне повезло застать вот эти две игры, эксклюзивы для GameCube. Они были невероятно красивые, и они были именно что космическими вот этими спейс-шутерами, да, когда ты управлял, причем не только в космосе, а еще и на планете Татуин, знаешь, вот эти все... Охватывало все главные элементы эпизода трилогии. Но самый крутой момент был, это, естественно, разрушение Звезды Смерти. И вот в моей памяти сейчас, да, вот сколько прошло, 12 лет,
Это как будто я смотрел фильм. Реально. Причем фильм намного круче, чем тот, который снял Лукас. Там было все очень детально. Сейчас, может, секундочку, да? Видишь, PC. Видишь, PC. Это не то. Окей, смотри, фактор 5. Ребят, я вам не мешаю там, зрители вам не мешают. Мешаешь, на самом деле, мешаешь. Вот чтобы внести... Хорошо, вы хотя бы поспорьте, что ли. Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader и Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strike эксклюзивы для GameCube и замечательные игры. Кстати. Ты сейчас звучал как человек, который в Шереметьево. Star Wars Rogue Squadron 2. Подойдите на стойку регистрации. Игорю Щелбан. Как это прописать? Щелбан. Он неправильно название игры назвал. Ладно, хорошо. Rogue Squadron, ты сказал. Вот. Ребят, в общем, я очень рекомендую эти игры, они очень классные, и вот этот эпизод со звездой смерти, он был во второй части. Угу. Мы любим просто спорить за фигуру. Его прямо сейчас можно перепройти. Очень круто. Ну, если у вас... Не, а что эмулятор-то? Геймкьюбовские игры, например, на Wii, если у вас, не дай бог, если у вас вдруг есть, как бы, они замечательным образом запускаются. Да, на Wii она есть, да, можете запустить. Только не найдете вы эту игру уже сейчас. Не, ну, вторичный рынок какой-нибудь там, eBay, не? Ну, они стоят там по $200 примерно. В общем, можно гопануть славу. Смотри, я буду постепенно переходить сейчас к комментариям пользователей, потому что время уже много. И напомню тебе, что Слава хотел рассказать о личных приключениях в игре «Фрилансер». Да, собственно, наверное, главное мое космическое приключение. Одна из игр, которая продолжает идеи, заложенные «Элит». И у нас есть даже видео, чтобы вы смогли слушать Вячеслава и смотреть. Да, в общем... «Фрилансер» — это, на самом деле, мое самое главное космическое приключение, наверное, за всю жизнь. Ну, не считая Mass Effect, да? То есть вот там, как ты сказал, был трип, и раздвинулись границы сознания и все прочее. По сути, это «Элит» только для казуалов, если так можно сказать, да? Но даже по современным меркам игра очень сложная. Там есть все аспекты настоящего космического симулятора. То есть это и торговля, это хабы города, где тебе надо общаться, брать задания, вступать в гильдии. Там есть касс-сцены, которые, ну, неплохо выглядели по меркам 2003 года. И там был огромный, совершенно огромный космос. Несколько галактик. Ну, то есть не такой огромный, как «Элит», понятно, да, но зато он прорисованный. И самое интересное, когда я садился в него играть, мне друг тогда школьный посоветовал, я такой думаю, а что космическое? Ну там же, ну, черное полотно и белые точки. Но разработчики «Фрилансера» сумели сделать космос разнообразным, представьте себе. То есть они сделали это... Все эти туманности и кисельных цветов. Да, вот эти огромные планеты у тебя на заднем фоне, или ты там пролетаешь под ними. Вот эти огромные совершенно космические станции, между которыми ты вот так вот лавируешь и стреляешь. И самое крутое, что тебе не нужно быть осьминогом или индийским богом, чтобы играть во «Фрилансер». Там очень удобная система управления, которая задействует мышь, собственно, для прицела. Да? Вы двигаете мышь, и прицел вот так вот по экрану водится. И клавиатура для, значит, газа, щиты включить, там, переключить обмундирование и прочее. И то есть игра, на самом деле, я не пробовал, если честно, в нее играть последние лет 5, но мне кажется, она... Это идеальная игра для тех, кто хочет масштабного, полноценного космического путешествия, но не хочет возвращаться в те времена, когда компьютеры были, выдавали только два цвета. Угу. Очень крутая игра «Фрилансер». Ну, то есть это то, про что мы говорили. Вот то самое большое космическое путешествие. Да, и которое доступно сейчас, ну, обычным игрокам. Издавал Microsoft, кстати, если что. Да, кстати. Смотри, не можем не упомянуть эту игру. К тому же с ней связаны новости некоторые недавние. Это, конечно же, серия Homeworld, которая все время показала, что космические стратегии могут быть крутыми, красивыми. Очень красивыми. Требовать от вашего компьютера вообще все. У нас даже есть видео, можем сейчас вам напомнить. Homeworld. Да, как это выглядело. И серия, там вышло две части и с аддончиками. Да. И, как мы знаем, все это принадлежало THQ, которая с грохотом спустилась по лестнице. Вот. И
наличие этой лицензии у кого-то пока как бы не подтверждено. То есть где она, возможно, всплывет. В принципе, делали релик, но релики мы точно знаем, что они загружены работой на, не знаю, на десятки лет вперед, потому что они сейчас работают у Sega, а Sega им там клепать стратегии от забора до обеда. Вот, так что, насколько я знаю, реликам не принадлежит уже права на Homeworld, поэтому непонятно. Но всем, конечно, ждем возвращение, потому что она была очень самобытной и очень крутой. То есть, по-настоящему такой космической стратегии в реальном времени, наверное, не было никогда. Не, ну, собственно, опять же, это был период, когда стратегии в реальном времени выходило больше, кажется, чем там, не знаю. Да, да, да. Чем все остальное вместе взятого. Но все они напоминали, так или иначе, Command & Conquer и Warcraft. Warcraft, вот, да, а вот Homeworld, он именно на том фоне выделялся тем, что он казался вообще каким-то бесконечным, то есть там полное 3D, там... И сама философия, да, вот, да, строительства, да, вот этой базы, она как бы была в любом случае, но... Она пугала тем, что казалось, что ее нельзя пройти вообще никогда. То есть она была какой-то вообще такой, ну, прям космос, да. Ну, да. Слушай, почему я вот этого не мог все вспомнить, когда пытался вспомнить, а сейчас сговорили, и прям, да, вот он... А может, и X еще играл? X3? Да, и, ну, действительно, а как расшифровывается вот это вот X3? То есть там Explore, Exterminate, да, еще что-то. Ну, 3X, да, то есть там три слова что, на X, причем они на X, Explore, причем они на X не начинаются. На E они все начинаются. Да, да, да. Там, ну, E3 уже было забито, поэтому пришлось 3X, да. Вот, ну, это философия вот таких игр, когда действительно вот изучаешь, исследуешь и уничтожаешь. Слушай, Витяй, ну, мы уже, на самом деле, по олдфажесту тут вообще слишком угорели. Давай, на самом деле, с 2000-ми попробуем разобраться, потому что не все так просто. Mass Effect, конечно, да, тут понятно. Ну, фрилансер, вот мы сказали, фрилансер 2003 год на ПК запустился. Три Шепарда Фила собрались здесь, да? Mm-hmm. Но вообще-то есть еще такая безумно крутейшая штука, от которой я в силу характера стараюсь держаться подальше, потому что я человек увлекающийся, например, EVE Online, да? Который, о, да, который, да, вообще-то и есть, собственно, все то, про что мы говорим. Это даже не 2000-е, это настоящее время и такое будущее. Ну, слушай, будущее ей, игр про ей космос. Ей уже сколько? Ей 10 лет или, ну, сколько? Примерно, да, ей, да, кажется, ну, за 10 лет и в онлайн. Я когда в школе учился, пытался играть в EVE Online, ничего не получилось. Ну вот, то есть, ей какое-то безумное количество лет, и у нее постоянно растущая комьюнити, она постоянно попадает в новости, причем в общественно-политических СМИ. Да, EVE Online, я читаю ваши комментарии сейчас, я вижу много комментариев про EVE Online, ну, конечно, мы не могли ее обойти, а главное, что... Вот я не глядя в комментарии сказал. Что если вам приспичит отправиться в космос и там пожить какое-то время... Спустить деньги, например. Вот, ну там, она не free-to-playная в этом смысле. Ну да. Слушай, а не ты ли мне говорил, что, знаешь, такой... В жизни чмо, пришел в EVE Online, и там чмо, короче, долбишь камни. А, то есть подняться там это... Нет, но... EVE Online... Нет, имеется в виду, что EVE Online, в отличие от других игр, она тебе никакого снисхождения не испытывает. Ты слоганы не пытался для игр писать? Типа там Call of Duty, в жизни чмо, и тут чмо. Если у тебя нет друзей, да, то ты EVE Online их не получишь, потому что там тебя просто корабль расстреляют. Тебе надо копирайтером идти. Обязательно, да. Но тем не менее. Порно-режиссер, копирайтер, но, тем не менее, ты уникальный человек. Смотри, смотри, как я и говорил, что если ты хочешь пожить именно в космосе, пойди поживи. То есть абсолютная как раз та самая враждебная атмосфера, но они пытаются... Ну, для новичков сделать более... Нет, легких. Ничего не пытаюсь сделать для новичков, продирайся. Космос тоже к нам недружелюбен. Речь о том, что они пытаются делать свою игру именно по научно-фантастическим канонам, и где главное слово «научно». То есть они пытаются объяснить вообще все, что происходит, все эти порталы, как это работает, mm-hmm. и, конечно же, дроби камни, астероиды. Это без этого никак. Но в том смысле, что, наверное, ну, в научной фантастике вот такого интерактивного произведения, наверное, не было никогда. Нет, кроме того, это еще, на самом деле, такой феномен. Но готовьтесь к попоболе. То есть это феномен жанра MMORPG, потому что про EVE Online новости, которые попадают в СМИ, не только игровые, делают сами игроки, а не сотрудники пресс-служб, потому что про World of Warcraft и World of Tanks и прочие достойнейшие игры обычно нам присылают. Вот у нас состоялось самое большое сражение, правда, никто этого не заметил. Вот. А в EVE Online, когда, извините, завалят гигантский корабль,
то эти видео смотрят там даже сотни, даже на Лепре. Сотни тысяч человек. И про это пишут там BBC и Лента.ру, потому что, ну, это действительно такая дура, это выглядит потрясающе. То есть там буквально несколько месяцев назад последняя такая история была. Подожди. Нет, ты подожди. Мы обещали дать слово пользователям. Я целой группе сейчас фактически дам слово, когда упомяну, конечно, игру «Космические рейнджеры», и ее можно отнести и к 2000-м, и фактически 2013-м, потому выходит что... Выходит новая часть. Потому что, нет, не новая часть, вышел ремейк. Да. И те, кто не застал и действительно хочет совершить большое космическое путешествие, крайне рекомендую. И эта игра как раз-то следует заветам тех настоящих первых космических первопроходцев, как Star Control, да, вот, и Elite. И, как признавался сам главный разработчик Дмитрий Гусаров, а еще отечественная разработка, есть чем гордиться, что они очень сильно работали над АИ. И, они, АИ — это что? Ну, искусственный интеллект. Да, и они, AI. Они сокрушались, что игражуры этого не заметили и подумали, зачем мы вообще над этим работали. Потому что это единственная возможная игра в таком жанре, где действительно вот встречающиеся тебе пираты, торговцы, всякие твари по паре, они, в принципе, запоминают твое отношение к ним. То есть, если ты там пострелял, а он удрал, то рано или поздно он тебя найдет. Да. Мне кажется, в хорошей игре это признак того, что ты, когда ты не обращаешь внимания на такую хрень, ты знаешь, что игра хорошая. Если ты обращаешь внимание, значит, что с ней что-то не то. В том смысле, что они действительно проделали над этим прям большую работу. И такое ощущение, что ты играешь на самом деле в онлайновую игру, хотя она не требует никакого онлайна, безусловно. Это такая сингловая игра. Слушай, еще две игры. В отличие, кстати, от Паркана 2 и 1, мне тут напоминают, и кричат, и режиссер в ухо говорит, любимая игра в той комнаты, которые сейчас обеспечивают нам весь этот эфир. Я не соглашусь вот сейчас. Я запру дверь и не выйду после эфира. Но я скажу, что Паркан, честно говоря, это дно. Ну, правда. Я видел коробки, это первый лицензионный. Господин режиссер, поставьте ролик. Я специально подобрал ролик Паркана. Вот, посмотрите на эту фиолетово-черную гамму. Слушай, ну дизайн кораблей был крутой. Вот эти рогалики. Ну, слушай, они реально крутые. Окей. Ну, я не знаю, зачем нужно было все городить, когда Дмитрий Гусаров показал, как это можно сделать двухмерной графикой в игре «Космические рейнджеры». Ну, это сделано намного позже. Вот именно. Вот, когда, казалось бы, он мог на этих технологиях навертеть, накрутить. Нет, он сделал именно двухмерную игру, но там глубина... Ну да. Вот. Слушай, а Паркан казался в этом смысле пустым. Ну правда, ты прилетаешь на станцию, там какие-то одинаковые роботы. Что я здесь делаю? Такой еще две игры вспоминает. Ну, помимо Mass Effect, да. Первый — это Star Ocean, который на самом деле, если вы играли дольше 10 часов, она на самом деле нифига не про космос. Ты там Double Dragon вспоминает здесь. То, что первая миссия на космическом корабле. Duke Nukem 3D. Так вот, если в Star Ocean пройти чуть дальше мимо космических кораблей первых часов, то это будет реально обычная grind JRPG, где ты бегаешь в средневековой деревушке 30 гребаных часов. То ты сейчас спалился так, да? Что ты наиграл в это 40 часов. Да, окей, хорошо. Ну вот, и вторую игру вспоминает — это Спор. И да, если мы помним. Ну. Не-не-не-не-не-не. Помнишь, если ты. Спор, кстати, есть ролик у нас, да. Да, если ты. Спор нельзя не упоминать, потому что там действительно, если ты доходил больше, да, бактерии, до стадии, когда твоя цивилизация развивалась. Вот поэтому ты. Я тоже забил, но те люди, которые развивались до стадии космических цивилизаций, они забивали уже там. Потому что там игра оказалась абсолютно бесконечной в этом смысле. Ну, то есть у тебя в каждой системе куча планет, и ты такой, хорошо, ну здесь захватил, а дальше что там, конечно. Цель была непонятна. Но вот как из маленького сгустка спермы, по сути, развиться до огромной космической цивилизации, спор игры об этом. В принципе, сама идея крутая. Генезис по-зуевски. Все началось со сгустка спермы. Пожалуйста, запишите это где-нибудь. Это надо в школах преподавать. Сейчас модно всякое мракобесие. Виктор. Еще и учитель, короче. Да. Но в любом случае... Так, ребят, вот. Идея крутая, но честно говоря, по-моему, совсем не грамотно. Не-не-не-не-не. Я дошел до вот этапа космических вот цивилизаций, и я даже получил удовольствие. Ну, то есть, мне меньше всего понравился сегмент, когда ты экшен такой, да? Когда ты ходишь им и жрешь всех. Потом у тебя стратегия в реальном времени, а потом уже глобальная стратегия. Так вот, это второй вариант, когда ты ходишь, ну, какой-то экшен такой, да, ходишь и ешь всех, он был сам дерьмовый,
Но игра, ну, отличная. Угу. Мне понравилось. Но прикинь, ты живешь с этим 30 часов вот с тем, что ты сконструировал вот это, как ты сказал, сгусток. Он потом у тебя захватывает чертову планету. Ребят, ну, вам есть... просто... Да. Ладно. Окей. А в этом году кто-то ждет что-то мощное, космическое и прочее? Я кроме Faster Than Light, но это игра прошлого года, но она действительно крутая, настоящая true, в этом смысле, инди-космический хардкор, продолжаю в нее поигрывать. Mm-hmm. А, слышал, что выходит какая-то X3 тоже из этой серии. X3 уже было. Нет. Выходит Star Citizen. Star Citizen. Да, mm-hmm. Ну тоже такая огромная какая-то. Так. Вот. Ну, то есть прям, ну, не, то есть ну, прямо знаешь, мега... Да. Всем надо после третьего Mass Effect, на самом деле, мне кажется, от этого отдохнуть, потому что тот такой облом, извини, все-таки, который последовал для многих в конце трилогии, ну, и последующий развал BioWare, мне кажется, всем надо сейчас от этого отдохнуть, потому что, ну, это мы уже сегодня выяснили, что, в принципе, космос и игры — это две просто неразрывные темы, как бы они... Они всегда были и будут, они, да. Они всегда были и будут, то есть с этого началось, с этого все и закончится. Вот. Цикл завершен. Цикл будет... Цикл да не выцикл, вот. То есть, ну, я, на самом деле, вот для меня был бы очень интересен какой-нибудь космическо-летательный проектик. Вот. Таких, к сожалению, давно хороших не делались. Была какая-то, если не ошибаюсь, попытка в 2007 или 2006 году японцы пытались сделать. Я не помню сейчас, к сожалению, название. Получилось полное говно. Вот. В смысле, космический симулятор? Ну, такой, да. То есть ты там летаешь, нет, летаешь, в этом. Мы стреляешь. Просто уже на самом деле закругляемся, выходим за рамки. Да, я понимаю. У меня буквально еще полторы минуты. Да. Мне хочется сейчас быстро подбить то, во что мы хотим порекомендовать mm-hmm. нашим зрителям поиграть, yeah. чтобы они хватили все эпохи и чувствовали себя жутко образованными, как, например, Вячеслав. Вот, а, значит, 70-е годы, когда мы берем, нам нужно, мне кажется, взять, собственно, за основу две игры. Это Space Invaders, потому что в Space War в 60-х я никому не советую играть, потому что это не игра даже толком. Mm-hmm. Да, то есть Space Invaders, это, во-первых, она переиздавалась везде, то есть ее можно легально купить. Если тебе что купить? Ты включаешь браузер и играешь в вариации Space Invaders. Она даже есть, там есть браузерные. Это номер раз. И Lunar Lander, его отлично переиздали, например, для PSP пару лет назад с графоном, с улучшенной физикой и так далее. Lunar Lander тоже обязательно посмотрите, это правда очень круто. В 80-х, друзья, что вы посоветуете? Elite и... Мастер оф Ориен еще уже в 90-х было. Это 80-е и 90-е. 80-е и 90-е. То есть у нас получается Элита и Мастер оф Ориен. То есть да. Получается два ада сразу. То есть от простеньких, по сути, стрелялок переходим сразу в ад. 90-е это у нас Homeworld. И StarCraft, кстати, ни разу не прозвучал. Слушай, Вить, ну, это не про то все-таки, серьезно. Ну, это... кстати, я именно поэтому серию Dawn of War и вообще мой любимый Warhammer, который про космос и покорение, тоже не упоминаю, потому что там нет ни одной игры с участием космических кораблей. Каждый раз все-таки дело касается именно разборки на какой-то планете. Поэтому, на планетоидах, скажем так. Mm-hmm. Вот. 90-е это у нас получается Homeworld, это условный Descent не будет, потому что он говно. Mm-hmm. Homeworld плюс... Такой. XCOM. X-Wing vs. TIE Fighter, да. То есть у нас получается леталка плюс стратегия, опять же. Да. Вот. И 2000-е это... Фрилансер, космические рейнджеры, и в онлайн Mass Effect далее везде. Ну, Rogue Squadron. Rogue Squadron, да. И тоже не упомянули ни разу Dead Space, например, а название нам тонко намекает. Ну, особенно... Нет, ты вообще с ночи планеты. Особенно Dead Space 3, честно говоря. Как там показан космос, наверное... Нам его не показывали со времен первого Mass Effect. Да. Ну, правда. Путешествие на планетах в первом Mass Effect это действительно то самое ощущение других миров. И в Dead Space 3. Ну, прости, когда ты вылетаешь из этого корабля в открытый космос. Я сам в этом же самом эфире полтора или два месяца назад рассказывал, что Dead Space мне понравился. Вот у меня произошло время осознания. Он мне стал нравиться гораздо меньше, но это там было сделано действительно круто. Да. И, собственно, что ждать? Вот я тоже вспомнил. Маркус Персон же делает космическую игру бескрайнюю. Называется она 0x01C. Создатель Майнкрафта. Но он делает сейчас вроде, тут какие-то новости идут непонятные. То есть они то делают или нет. Еще напомню, что наши соотечественники Gaijin Entertainment делают или уже в бета-тесте сейчас находится игра Star Conflict. Это фактически танки в космосе, да? Понятно, какие танки я имею в виду. World of Star Tanks. World of Star Tanks, да, тоже, опять же, можно посмотреть. Ну, естественно, она работает по условно-бесплатной схеме, так что
можете окунуться в это. Вот. Ну, и еще раз не запоминайте про, про не забывайте про Faster Than Light. По мне, так самая лучшая инди-игра за последние годы. Очень жду ее на планшетах. А на андроиде у меня, к сожалению, вряд ли она пойдет. На андроиде зато у меня есть игра Star Trader. Не поверите. Игра по донат какой-то, за донат по какой-то украденной лицензии выглядит как Master of Orion 1.2, то есть графика там в половину хуже. Это возвращение к корням. Обязательно попробуйте. Star Trader. Это про космос, планеты, торговлю и прочее. Вот, так что, как видите, космос прорывается даже без денег. Даже не имея денег, космос все равно обязательно прорвется на ваши любые платформы. И это здорово. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки денег у космических игр было больше, и одним Mass Effect'ом мы бы не ограничились. Вот, я думаю, вывод такой у нас из этой передачи. Играйте про космос, мы обязательно составим еще списки тех игр, в которые играем сами. Наш эфир длился на 48 минут меньше, чем полет Гагарина. В общем, с праздником вас, дорогие друзья, играйте в игры, мечтайте о звездах и делайте что-нибудь для этого. Да. Вперед! Это был Can Be Life. Пока.